Привет, уважаемые танкисты! Сегодня в видео я вам покажу Турмса. Видосик будет состоять из трех боев со стрима. Там я откатал весь, наверное, геймплей, который можно только встретить на Турмсе. В одном бою я дико рашил и рвал всем жопы, просто нападая на них. Они не знали, куда спрятаться, и, соответственно, результат был у них на лице. Во втором бою я превратился в супер терпилу. Я стоял весь бой на одной позиции и пожинал уникальный геймплей. Ну а в третьем бою я был и вроде активным, и одновременно пассивным. Поэтому, посмотрев данное видео, ты сможешь для себя определить, кто ты есть на этом танке. Также не забывай досматривать его до конца и, конечно же, загад в описании. Там есть ссылка на Discord, Лего и мою реферальную ссылку. Ну а я с тобой прощаюсь, оставляю тебя один на один с этим уникальным пивным танком и посмотрим, каким ты станешь танкистом после этого видео. Турмс Турма боится. Серьезно? Графон сугубо индивидуальная тема. Настраивайте под себя так, чтобы вам было видно. Если вам на ультра настройках нормально видно, пожалуйста, ставьте ультра настройки. Мне нихера на них не видно. Так, ну, по стороне надо проезжать. Вилкас там далеко сидит. Мы его не достанем. Окей. Какой-то танк упор. Где-то вертолет. Опять это вертолет. Непонятно. Вроде верта, вроде и нет. На С кто-то приехал. О, капец, они съели всех. Блин, но возвращаться на С это ошибка мне. Надо на А ехать. Если я уж приехал, надо ехать до конца. Они все обосрались, да? Да. Плохо. Меня тут нет, если что. Левочка стоит. А, похуй. Это я не его слышал, а другой. А, он в городе, да? А тупо пиво стоит, смотри. А где тебя на турмсах пиво играет? ТДшку ставим. Просто стоят пивозавры. Ну давай, нападай. О, просто терпим, смотри, как сильно. Плохо. КПЗ-ха.
уехала. Сука, больно в ноге. БК краснеет просто. Сзади чел едет. Может, это дашь, кстати, у него теплака нет. Но тут текстурка будет. Не зайдет ему. ПДшка закончилась, да? Брависсимо. Турмсовод разорвал очко этим танкистам. КПЗшка живет почему-то, если в сторону мехвода стрелять. Я не знаю почему, но до БК не доходило. Турмс имба. Кто не верит, смотрите этот бой. И 11-0 танк срочно. Чем больше пива выпил, тем сильнее урон на этом танке. На самом деле секрет нагиба и дамага на турмсе — это не очень часто его выкат. Я вот турмс выкатываю, ну, может быть, раз в недельку. Может быть, даже реже. И зато первый бой супер. Просто одни ваншоты. Прям имба. А когда турмс часто катаешь, он не дамажит. 10к боев на турмсе. Бля, ну это мощно очень. Попробуй себя в киберспорте. Давай ему кинем подарок на точку прям. Прям туда дал ему. И в космос улетел. Захватил точку, проверяй. Никнейм, кстати, на танке у меня Турмсберг Голд. Светленькая. Нормально. Стильно, модно, молодежно. Я же говорю, имба. Кем брать? Ссылочка в описании. Да, жестко. Ну, тут оппозиция такая себе была, если честно. Один лёпик рыбачил, стоял бортом. Второй лёпик почему-то обосрался и выстрелил в текстурку непростреливаемую. Все. Вот я три танка за бой видел. Леопард 2К, 123 и 24. Остальное что-то ниже боевого рейтинга было моего. Бигли всякие, прочая херня. Так. Есть жесткая позиция на этой карте. 46-й. А 46-й там вообще могли дать? Там же пушка другая, нет? Да это понятно. Баны пришли 29 января. В техподдержке ответили, что они проверяли вручную, и все у них отлично работает, угу. И план выполняется. У меня в жизни не было читов на ПК, но бан по расписанию. Там, может, даже не за читы, там как-то, может, связано с ботоводством. Это может быть связано вполне с ботами. Только как система могла принять тебя за бота? Вопрос.
Смотри, какая позиция. Фиксируйте. Все, я ухожу. Как играется 1.0? Зависит от загруженности. Если на 1.7 народу много играет, то часто на дне списка играет. Если на 11.7 народу мало играет, то тогда ты попадаешь на 11.0 в топ. Также и с 10.0. То есть вот играя на Трумсе, по сути 10.0, ты можешь часто попадать в топ, а можешь часто попадать на дно. Зависит от, наверное, времени. Нихуя смешарик стоит. Дам ему, чтоб не расслаблялся. Так. Все, отдыхаем. Супер уникальный геймплей на Турмсе. Ага, попался. Ну там страйкера не сконтрить. Если только он ошибется и поедет. А куда он поедет? Ну арты дам я ему, ладно. Шерба на топах. Да, стоит, ебалом торгует. Дал ему просто, чтобы он... Хоть вся поверит разок. А чё там стоит, грустит? Там, по-моему, кто-то еще был, да? Американец какой-то там. Че, нормальная позиция, кстати. Видите? Рыбная. Все, стоишь, рыбачишь. У Вена хватает, что надо еще? Вперед ехать, чтобы страйкер ваншотнул. Все. На С там народ до хера, да. Мне надо поймать именно момент, когда они будут проезжать, чтобы упасть ниже. Развернуться и их принимать. Они выйдут, но... Не так часто. Они отсюда и выходят. Это я там въезжаю сразу. Вряд ли они будут подавливать. Они сейчас на Б поедут. Опа, смотри, как, какие рыбы. Сюда, блядь. Убежал. Типа выходит слева. Очень близко. На леопарда, похоже, первого. Там 2 IP. Ну, база, 3 килла. Повышаем КДшку Турмса. Можно еще копнуть. Блин, кстати, я вообще что-то не подумал об этом. Если бы вот этих блоков не было, можно было бы проезд контрить. Все. Охранник респауна. Какой урон? Этот урон просто имба. Здесь был лёпик. И там. Не знаю, сдохли они или нет. Но переезжать мне не очень удобно. Они могут просто выйти отсюда. Никого. Они тут есть. Все.
Ну, там два эпи сдох. Не, ну а чё вы хотите? Вперед ехать. Один он едет вперед. Тут некуда ехать. Тут надо рыбу ловить. Классный, уникальный геймплей. Ой, стреляй. Вот для вот такого геймплея создан этот танк. Ты, короче, заехал на позицию, встал и бланишь весь бой. Вот это то, что нужно играть на турнире. Так он играется супер идеально. Всего не так сложно убить. Но он неприятен. Типа от башни. Сейчас и Т-шку поедем, выкати и тайп. 89, если не сложно. По ходу игры расскажи, чем она на фоне других БМП. БМП 2-3 или Бредли. Хуже. Лучше, и дает ли ей что-то особенность подкалиберных снарядов, в отличие от подкалиберных лент. Ну, ей больше дает выживаемость, потому что она не всегда ваншотится. У нее какие-то странные рикошеты от ВЛД бывают. Это раз. Бля, танк пропустил. Бежал. Особенности нет. Раньше у нее было 6 птуров, потом нерфанули. Или 8 там у нее было. Потом нерфанули. В общем, птуры, количество. И вроде как нерфанули пуск сходу. Она раньше вроде как пускала птуры сходу. Сука, американец, блядь, стой. Смотри, никто не продавливает. Вообще какие-то странные челы. Они, главное, выигрывают позицию. И не продавливают. Он сейчас выйдет, и я ему нахуй. Как, блядь, пиздану нахуй по башке. Гений просто. Заехать в дым от меня, спрятаться, а потом выйти опять под меня и сдохнуть. Ну ладно. Если клюет, ловим дальше. Джонни против респаун кемпинга. А какой смысл тогда? Вот так вот стоять на центре, ждать. Весь уникальный геймплей. Поджался бы, прикинь, какой-то тип сюда. Меня бы убил, потом бы вот этих всех бы тут типов перестрелял. Уф, какой. На, держи. На, давай сюда, Кирилл. Не знаю, там в каком углу он захватывает. Всё. Как вам геймплей? Имбовый геймплей. Смотри. 6 киллов, между прочим. Супер идеальная позиция. Запоминайте. Здесь, кстати, можно стоять не только на турмсике, на каком-нибудь... типа медленной машине. Челленджере, на ДС, на ОЕСе. Ну, тут встаешь и просто ловишь типов. Единственная проблема вот отсюда. Тип может... Не, отсюда они не выходят. Они выходят вот отсюда. Вот отсюда. Оттуда выходят и тебя могут в борт убить. Но на ОЕСе здесь проще. Ты можешь ниже упасть. И намного лучше отыграть. Лучше, чем в городе кататься и поймать ваншот, каток. Блять, я хуйню сделал. Там дырка остался, он уехал налево на С. Зенитка это, поехали. Все. Атакуй. Этот тип на С уехал. Давай мясо, давай мясо. На Фердинанда надо почерить. Конь.
Да, можно. Точку, видите, на победу играю. Какой-то веке на победу начал играть, стример. Испугался бана, сука. Начал на победу играть, точки захватывать, стоять. Да я что-то, блин, это... Затупил. Они вдвоем как-то начали разбегаться. Надо было зитку убивать, было бы больше фрагов. А как по-другому? Баном провели, рядом с носом. Все, сразу на победу начал играть. Ну, сейчас еще С захватим. Это ты видел? Блять, только попробуйте цель захватить. Поехали помогать мне на С, блять. Е1 на точке, помогите. Помогите. Все. Сейчас тип нас ваншотом обоих. На. Танк в упоре, блядь. Или нет? Или это звук такой фречи? Немного непонятно. Какой-то расплывчатый. Или тут танк где-то стоит? Хотя, наверное, это звук фречи был. Смотри, две точки, самолет. И только, блядь, попробуй не дать мне стопроцентную активность. Я тебя удалю. Я все сделал в этой игре, смотри. Помощи есть, точки есть, танки есть, самолет есть. И даже леопарда. Разобьем, блядь, сейчас. Урона только нет. Есть все, кроме урона. Оп. А, ну все. Сейчас последний вздох на Б будет. Чел слева едет. Фреча, нет. Смертей нет. Тоже факт. The best gameplay in the world. Так. Ну я надеюсь на стопроцентную активность. Я просто надеюсь. Починки в помощь, нет разведки. Блин, ну тут да. 97%. Вот что надо сделать, чтобы было 100%. Сука, 97%. 97%. Надо было сбить еще самолет. Надо было починить. И надо было, наверное, потушить. И как раз вот эти 3% добавились бы. Я думаю, да? Да, блядь. Плохо. Я вообще не хотел урон получать. Придется чиниться теперь. Так. Фалкончик, ладно. Блин, ну чувак сверху приехал на леопарде. Меня услышит. Ладно, похер на него. То куда я по съебам на замок?
На центре я не вывезу. Там много народу. Нет, Лаферара. Ее вывели просто. Заменили на аркадный Синай. Аркадный, он же обрезанный. Синай теперь дрочильно. Официально. Лучшая карта для Турмсовода. Стой и стреляй. Сюда немножко проехал поворот. Ну, нам тут напихали. Смотрю, прям по полной. Нарез подбросили. Это плохо. Хотя они нарез подкидывают их, они потом их поджимают. И ты уже не подъедешь никак. Меня ищут. Наводчик, привод, наведение. Он уедет. Шансов было немного. Чувака. Он меня ждал. Возможно, это тот тип, которого я убил на страйкере. Он прям стоял и ждал меня. А я его, сука, переиграл, блядь. Ну, джекнулся, блядь, когда я выстрелил. Что за человек? Редиска не иначе. Угу. Ладно. Надо ехать ближе. Еще хотя бы два. Он ждал, да. Стоял, бля, сосун. На своем страйкере. Дарофирсом. Что происходит? Турмсу статку поднимаю. Сегодня жестко, блядь, прям вырубает танкистов. Я пивнягу превратился, и КДшка сразу пошла. 5, блядь, 10 киллов. Лучший танк для пивозавра. Стой, стреляй. Ну, это я еще местами агрессивно играю. Где-то могу упороться. Ля, смотри, сука, киберспортсмен местный. На, держи, блядь. О, ну это имба. Нихуя пробил меня, блядь. Ну ты зеничек меня просадил сейчас так. Походу зенитчик меня выбил. Казенная честь орудия. Ну, давай показывай, где эти, блядь, фрицы ебаные. Блин, до ядерки еще много. С таким уроном, бля, только ядерку набивать. Командир. Капец им, как им похер просто на меня. С
стаю, накидываем. Дзитка, что ли? Я просто не вижу. А тигр. Ну, может, ядерка будет, кстати. Наше попадание. Что-то какие-то лаги пошли. Блять, я сегодня сделаю килл. Нет, поэтому лёпику 2В. А, это 2-4 был, слушай. Ну все, хватило? Ебать, хватило, только-только. Какой же урон сраты на нем, капец. О, сейчас бы на дублюре поехал. Немцы скот. Европейцы, кстати. Нормальный европейский сервер. Ща, как дадим газку. Ага, вот это вот хуёво. Вот видите, вон там сверху. Сука, блядь. Это плохо. Это очень плохо. Но... Ягуар вроде на него пошел. Он же догонит, конечно, его. По идее, я должен... Он вроде как меня на... Нет, он вроде не на меня идет, да? Сейчас такой смотрю и в дом. Нет, он не успеет. Он проебланил ядерку. Бэм. Я думал, он у меня падать будет. А он что-то летал. Меня просто так сбивали уже. Челы в космосе летают и потом бомзумят меня возле сброса уже. Либо кидают ракеты. Да я хотел страйкера залить. 30-ка. Сверху вниз, может, я бы и убил его. Но он бессмертный был. Нормально. Какая сегодня ядерка? Вторая или третья? Я уже сбился счет. Арбитр-то вообще живой. Ты его давно не видел, не слышал. Не, ну ты видел, а? Что эти меркавы себе позволяют? Они проявили агрессию на святого Турмса. Это карается баном, сука. Дай. Ага. Блин, почему при DLSS качество картинка мыльная? Не знаю, потому что, наверное, в 4К надо DLSS использовать, чтобы было и не было. Либо минимум 2К, но Full HD вообще мясо. Ты, блядь, охуел, я тебе птур выбил же. Я же ему птур выбил. И казну, и птур. Установка черная была, нет?
что думал о трейлере GTA 6, я его не смотрел. Так. Стрим упал. Но обещал вернуться. Все, все, ожил. Так, пока терпим. Там кто-то еще был. Так, это считается боссанной казной. Бля, почти затащил. Да, сука, тварь, блядь. Ну все, мультижопа, блядь, танкисты. Стоит ли брать М26Т99? Нет, я бы не брал. Ни Калиопу, ни его. Ну, задрали на 6-7 сейчас, пока этот не списка играет. Тут теперь главное долететь. Сейчас какой-нибудь вьюн прицепится ко мне. Может быть, даже союзный. И все. Так, по реке пойдем, наверное, да? А потом резко вынырнем. Всего лишь 9 фрагов и 3 помощи.
На. Смерть. Ебой. Ядерка на Турмсе. Но я не был на дне списка, я был на своем боевом рейтинге. И мне попался всего лишь один леопард. И то не я его убил. По Абрамсам очень плохо залетает с этого танка. Жесть как. Сейчас вот опять Абрамсу дал два попадания, и он все равно еще жив остается. Первый лад, БК у него выгорело. У него был один снаряд, он меня не смог им ваншотнуть, мне повезло. Я его добил, и все, ядерка на месте. И 143 тысячи. Всем брать.